В очередной 8-й серии сериала «Годунов. Продолжение» вы узнаете о том, как Нечай под руководством Шуйского, Мстиславского и Голицына поднимает народный бунт. Отрепьева убивает, царем становится Василий Шуйский. При поддержке поляков на Русь приходит Лжедмитрий II. Начинается осада Троицы Сергиева монастыря. Здесь встречается Ксений Нечай. Федор Романов руководит осадой Ростова-Великого, где он сдается в плен, желая спасти защитников Ростова. Ксения хочет принять монашеский постриг. Ксения участвует в обороне Троицы Сергиева монастыря.